Ну и отчасти в продолжение темы. Одесская школа сортировки мусора открывает новый эко-маршрут. Если раньше машина по сбору отсортированных отходов курсировала только в Приморском районе, то теперь автомобиль появится и в других. С 20 мая по Черемушкам, далее мы планируем Таирово и центр. Если будет поддержка одесситов, если людям будет интересно, эко-маршрут будет собирать какие-то более-менее весомое количество вторсырья. Отсортированный мусор не будут покупать, но зато пластиковые отходы, стекло, макулатура, металлолом и полиэтилен гарантированно отправятся на перерабатывающую площадку, а не на свалку. Ну а всю информацию о том, куда можно принести отсортированный мусор, вы найдете на страницах школы сортировки мусора в социальных сетях.